завтра, 26 января, в 18:30 в кинотеатре «Правда кино» пройдет допремьерный показ военного фильма Анатолия Матешко «Плен», премьера которого состоялась на 68-м Каннском кинофестивале. Фильм также был показан на кинофорумах в Германии и Индии и стал одним из самых громких событий на Одесском международном кинофестивале. Эта картина посвящена исследованию того, как война раскрывает истинную суть человека. История 12 пленных и двух охранников, которые из физического уничтожения своих пленников устраивают игру со ставками. Все действия укладываются в одни сутки. Сутки между жизнью и смертью. В него вплетается и судьба женщины, которая едет освобождать своего сына, но сама попадает в плен. Главные роли сыграли Владимир Горянский, Лариса Руснак и Остап Ступка.